Напомним, в России установлен единый срок уплаты имущественного налога – 1 декабря. К этой дате необходимо было оплатить налог, начисленный за предыдущий год. Но, к сожалению, не все исполнили свой долг, не все оплатили данные налоги. Некоторые ссылаются на то, что они не получили по каким-либо причинам налоговое уведомление. Да, но это не является основанием для неуплаты данных налогов. На сегодняшний день, поскольку есть имущество, обязанность гражданина все-таки исполнить данную обязанность и оплатить налоги, несмотря ни на какую ситуацию. Чтобы узнать, имеется ли у вас задолженность по налогам, можно посетить налоговую инспекцию или МФЦ лично, проверить наличие долгов на портале госуслуги или в личном кабинете на сайте ФНС России. Там же можно узнать, как оплатить налог наиболее удобным для вас способом. Налоговая инспекция напоминает гражданам, что в случае неуплаты налога фискальный орган будет вынужден обратиться в суд, и тогда задолженность будет взыскана из заработной платы, не исключенный арест имущества должника.